Сретенский бульвар, памятник инженеру Шухову. Ну, это классик строительного дела. И видно сразу же для знатоков, что постаментом для памятника инженеру Шухову служит вот конструкция его многочисленных таких башен, сложенных из прямых элементов, но в виде такой параболы они выглядят, если смотреть со стороны. А далее вот у постамента тоже различные его произведения. Вот там башня наверху, это, вероятно, Останкинская, может быть, сделана по его же идеям, различные вокзалы. Тут следует обратить, что органичным элементом этого памятника являются многочисленные голуби, которые вокруг памятника сидят, и вот тут даже не разберешь. Вот это, например, чайка, наверное, сидит, а рядом с ней голуби живые. То есть голуби органично вписываются в это скульптурное и архитектурное решение. И вот там, наверху, в руках у Шухова, вот его чертежи, там тоже пристроились два голубя, и снизу даже глядя не разберешь, то ли это скульптурная композиция, то ли это живые птицы. Вот так интересно все это выглядит.